Мы живем в домах или квартирах. На земле Господь нас поселил. В этом грешном, развращенном мире хочет Бог, чтобы каждый свято жил. Кто-то дом построил по программе и мечтает. Вот бы мне пожить. Только мы порой не знаем сами, как нам нужно днями дорожить. Покупаем мебель, гарнитуры, создаем удобство и комфорт. Все согласно стилю и культуре, жизни кружат нас водоворот. И оформив длинные кредиты, мы довольны, что мечта сбылась. Хоть даны нам сроки и лимиты, мы живем, в заботы погружась. На земле хотим обогащаться и иметь машину поновей. С Богом нету времени общаться, и живем без близких, без друзей. Две работы, и без передышки мы летим, бежим, как на пожар. Ну а дома дочки и сынишки, и в камине полыхает жар. Дети ждут внимания и заботы, нужно их духовно накормить. Перед Богом важная работа научит их свято в мире жить. Ты к земному сердцем привязался, ты всем этим очень дорожишь, и в сетях так быстро оказался, и любовью к Богу не горишь. Новый дом, а жизнь твоя ли нова? И какие мысли и дела, если веры твердая основа, с благодатью ли твои слова? Дом твой полный изобилия, будет пуст, коль нету в нем Христа. Бог благословляет тех обильно, кто живет для ближних, для Христа. Сердце, волю, разум обновленный Бог дает как дар своим детям. Если в доме муж Христу покорный и внимает всем его словам. Дети и жена в повиновение – это христианская семья. Перед Богом ходят со смирением. Ну а как проходит жизнь твоя? Матери, отцы, от вас зависит атмосфера всей вашей семьи. Дети к Богу голос свой возвысит, если мир в домах храните вы. Чтоб в небесном доме оказаться, будем мир в земных домах хранить. Будем же за Господа держаться, Божьим спасением дорожить. Боже наш, Тебя мы умоляем, Ты пошли свою нам благодать. Мир в домах пошли, любовь, взываем, чтоб Тебя, Спаситель, прославлять. Гнев и ссоры, распри и злоречия, о Господь, Ты от нас Ты удали. Чтоб светилось имя Твое вечное, семьи наши Ты благослови.